Боли в ногах обернулись страшным диагнозом. У 6-летнего Аслана из Астаны выявили острый лимфобластный лейкоз. Онкоболезнь развилась стремительно, всего за несколько недель, и родители приняли решение спасать ребенка в клинике Турции. Местные врачи назначили 8-месячный курс лечения, однако ресурсов семьи на него может не хватить. В середине ноября 2023 года активный и абсолютно здоровый Аслан начал жаловаться на боли в ногах, рассказывает мама мальчика Назира Баяхметова. А перед Новым годом у малыша поднялась температура, появились гематомы. Анализы на тромбоциты оказались настолько плохи, что мальчика сразу госпитализировали. В садик идем, он говорит, я устал, у меня болят ноги, вот так говорил. Я думала, он просто не хочет идти. Начали появляться такие гематомки. Казалось, это, оказывается, петехии называется. Это, оказывается, внутри капилляры лопаются, когда тромбоциты низкие. Оказалось, отправили в ЦМИТ уже с подозрением на лейкоз. И в центре материнства и детства уже нам поставили, ну, подтвердили этот диагноз. После недели лечения в Астане семья приняла решение обратиться за помощью к турецким врачам. Родственники, друзья, коллеги настояли и собрали деньги. Но по прибытии в стамбульскую клинику стало понятно, средств хватит только на начало 8-месячного курса. Курс лечения идет здесь 8-9 месяцев по протоколу, да? 8-9 месяцев. Почему 8-9? Потому что там могут быть всякие как бы побочные эффекты, то есть от химии. Да, где-то температура поднялась, где-то еще что-то. Они могут отложить, например, химию. А так вообще каждый месяц 15 тысяч долларов стоит. Аслан уже начал курс химиотерапии. Каждые 2 часа врачи проверяют его состояние. Назира делится. Это очень долгожданный ребенок, и сдаваться никто не намерен. После Нового года я думала, его уже в подготовку хорошую отдам. И в сентябре мы поведем его в первый класс. Надеемся, что тоже мы на правильном пути к выздоровлению нашего сына, потому что... Мама Аслана просит всех неравнодушных казахстанцев протянуть ее сыну руку помощи. Связаться с Назирой можно по телефону, указанному на экране. Также номер является банковским реквизитом. Дана Ермак, Нуржан Махмутов, Астана, Таймс.